Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. И, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео по боксу ПАД. Вчера я записывала видео. Значит, и что у меня здесь получилось с этим боксом? Перехожу на YouTube свой. Пишет мне человек: это уже давно старый сайт Лохотрон. Я отвечаю: какой старый? Вы о чем? Вы что-то путаете. Он только вчера стартовал. Так как я вчера зашла, смотрела, вот он вчера стартовал. Пишет: Елена Смирнова, Лохотрон. Я ему отвечаю: не работайте. А он мне отвечает: просто почему людей обманываете? Я ему отвечаю: никого никогда не обманываю. Это букс. Он абсолютно без вложений. Я работаю на этом буксе и делюсь информацией, где я работаю. У меня сделан апгрейд. Проверю на вывод, запишу видео. Вы что, поставили деньги на вывод и вам не заплатили? Ну, ответа мне нет. Ну, ясно, что он и не работает на этом буксе. Значит, я никого никогда ничего не призываю вкладывать. Если я вкладываю куда-то там деньги, я распоряжаюсь своими денежными средствами так, как я хочу. Повторюсь, этот букс абсолютно без вложений. И букс платит. Я его сегодня проверила на вывод. Выводила я 18 центов. Сегодня вот днем. Сейчас вот я зашла проверить. И деньги вывелись. Вот вывод. 18 центов. Так, история вывода. Комплект 18 центов. 26 августа. Все замечательно. Букс платит. Иду на Pair кошелек. 26 августа. Перевод выполнил. 0.18 центов. Даже Pair не взял комиссию. И комментарий. PAD. Вот он. Видим, да? Нафига мне всякую фигню писать? Сам не работает человек и другим не дает. Да, я вложила 26, сколько там? 25 центов я вложила. Вывод идет, обрабатывается 4 дня. Пошли вот первые выплаты. Вот где? Да. Так, сейчас покажу. Вот Paument, вот это. Так, вот мой логин. Это, видно, пробный вывод. Кто-то выводил 38 центов. Кто-то вот сегодня уже вывел 89 центов. Пошли я 18, кто-то 12, кто-то 25. И пошли уже выплаты. Да, люди заходят на маленькие суммы. Вот. Минималка на вывод не поднялась. Я повторюсь, я делюсь с вами, друзья, информацией, где я работаю или я пытаюсь заработать. Понравился вам проект? Пожалуйста, заходите, работайте. Не понравился? Пройдите мимо. Это интернет. Вы сами себе начальник. Здесь никто никого не принуждает работать. Понравилось, зашли, не понравилось. Ну, будут другие проекты. Всем удачи, больших заработков, берегите себя и своих близких. До новых встреч!